Раз. Ксения, директор по стратегическому развитию диджитал продуктов Independent Media, да? Работала журналистки в РИА Новостях, 16-го года возглавляет Космо.ру, вот, и здорово ее продвинула. Презентация будет у нас об экспериментных Independent Media с новыми форматами монетизации. Да, действительно. Свет, у нас один нюанс есть, у нас камера, и, к сожалению, вот у нас оператор говорит, что лучше свет нам оставить. Ну, а может быть, чуть-чуть убавить? У нас есть возможность? Я сейчас попробую выяснить, и мы попробуем потише сделать. Ксюша, давай, не буду у тебя время отнимать, начинай. Ну, я предлагаю все-таки запустить презентацию, потому что реперные точки, о которых хотела бы я рассказать, в ней отмечены. Представлюсь, меня зовут Ксения Солюкова, я занимаюсь развитием диджитал-продуктов издательского дома Independent Media, и мы работаем с такими по-настоящему легендарными брендами, как Cosmopolitan, Домашний очаг, Популярная механика, Harper's Bazaar, Грация, Esquire, Rob Report. Наш совокупный охват составляет 40 миллионов человек, пользователей, как хотите, можете называть, но мы действительно большие. Но, безусловно, наш флагман — это сайт журнала Cosmopolitan, Космо.ру. И поэтому рассказывать я буду про эксперименты, которые мы проводим на сайте Космо.ру. Тема моего выступления — новые каналы монетизации. Как современному медиа привлечь новые нерекламные деньги? Ну, вы понимаете, что все, что касается денег, это очень насущный вопрос для всех и для медиа в первую очередь. Экспериментальный проект, о котором я хотела бы рассказать, это сервис Космошоп. Сервис экономии на покупках для пользователей Космо.ру. Вот на экране вы видите, как это работает для пользователя. Что это такое? То есть это программа лояльности, которая позволяет пользователям покупать товары в магазинах-партнерах Cosmopolitan с кэшбэком. То есть часть денег, которые они тратят на покупку, получить на свой счет в качестве бонусных кэшбэк-рублей. Эти деньги пользователи могут вывести себе на мобильный телефон, банковский счет и карту. При этом эти скидки, этот кэшбэк, он суммируется с кэшбэком, который они получают, оперируя банковскими картами, со скидками на сайтах. То есть это реально классная, ощутимая экономия. Так. А какие результаты мы получили, развернув эту экспериментальную платформу? Она работает с начала года, и с тех пор мы видим 25-процентный рост аудитории сервиса. Сейчас у нас более ежемесячно. Сейчас у нас более 20 тысяч зарегистрированных пользователей, и средний чек колеблется от 5 до 12 тысяч рублей в зависимости от месяца. Конверсия в покупки зависит от товарных категорий и составляет вот от 2 до 7%, что тоже, на наш взгляд, очень достойные показатели. Для нас Космошоп — это… Простите, я отойду, потому что я разговариваю себе в ухо, и это меня несколько смущает. Для нас Космошоп — это, безусловно, очень интересная экспериментальная площадка, с которой мы постоянно работаем, замеряем показатели эффективности, замеряем то, как пользователь оперирует этой платформой, и делаем определенные выводы для себя. Как я сказала, мы запустили в начале года, и за этот год прошли достаточно большой путь к новой версии сервиса, которая будет обнародована у нас в ближайшее время. Вы сможете посмотреть ее на сайте, а пока вот мы показываем вам ее на слайде. Каким образом мы продвигаем этот сервис? У нас есть два глобальных пути продвижения. Первое — это внутренняя медийная реклама, когда мы рассказываем пользователям о новых предложениях на сайте, о возможности покупок с кэшбэка и приводим их непосредственно на платформу сервиса, где можно зарегистрироваться. Вторая история, которая очень интересна для СМИ и которая в нашем случае показывает действительно классные результаты — это товарные подборки. То есть, как вы знаете, пользователи приходят на сайты медиа для того, чтобы получить информацию, узнать о трендах, понять, какие вещи им нужно купить в этом сезоне, ну, на сайте Cosmopolitan, во всяком случае, или какой цвет помады нынче в моде.
получая эту информацию, пользователи видят не просто описание трендов, но и возможность эти вещи купить с описанием цены и места, где можно совершить покупку. При этом пользователям предлагается получить скидку, зарегистрировавшись в программе «Космошоп». Товарные подборки, по нашему опыту, ну, действительно самый эффективный способ продвижения, и средний CTR доходит до 20, средний CTR составляет 6% и доходит до 20% в зависимости от того, на какую тему мы пишем. Если мы говорим о нашем опыте, то составлением подборок занимается отдельная коммерческая редакция, которая смотрит не только на охваты материалов, количество просмотров, но и на то, как эти просмотры конвертируются в клики. Это большая экспериментальная работа, которая заставляет постоянно искать новые форматы заголовков, определяться с пулом брендов, которые больше любит наша аудитория, и даже с определенными ценовыми категориями товаров. По нашему опыту, очень классно в товарных подборках заходят новые тренды сезонов, заходят какие-то рекомендации о том, как, например, обыграть эти тренды. И очень хороший формат — это история «хочу-могу». Ну, то есть мы видим дорогие вещи, которые стоят там порядка 50-60 тысяч рублей на подиумах, в инстаграмах звезд. Наши редакторы подбирают аналогичные продукты, ну, там в 5 или 10 раз дешевле, которые может себе позволить обычный пользователь, ну, все мы с вами. Очень популярные выходит дело. Второй сервис, который мы реализовали на сайте, это система распознавания образов на основе искусственного интеллекта. У нас она носит кодовое название «Космостилист». И определенный виджет, как он выглядит, вы можете посмотреть на презентации. Расскажу немного про структуру нашего контента. То есть если мы говорили шаг назад о товарных подборках, которые направлены именно на продажу товаров, которые составляет отдельная коммерческая редакция, то у нас есть люди, которые, в общем, пишут и про доброе, светлое и вечное. То есть материалы, которые напрямую к потребительской реализации не привязаны. Ну, например, знаменитые платья из кинофильмов или там «Самая модная бабушка» и так далее, или новые образы звезд. Кто-то вышел в классной кофте, классных штанах, и вот как они здорово смотрятся, и все, пожалуйста, делайте так же. В этих материалах не всегда можно пришпилить прямую ссылку на покупку этого товара. Да и потом не всегда известно, в какой кофте или штанах или туфлях выходит знаменитость. Вообще это требует большой экспертизы фэшн-редакторов. Вспомнить, на что это похоже, где это можно найти, в каком магазине и так далее. Искусственный интеллект решает эти вопросы за нас и за фэшн-редакторов. Как вы понимаете, в таких интересных больших материалах мы размещаем в конце виджет с рекомендациями похожих товаров. И, ну, вы видите, что те платья, которые размещены в виджете, они реально очень похожи на то, что представлено на звездах кинофильмов. Та же история происходит и с луками знаменитостей. Этот виджет тоже встраивается в редакции в разные материалы, ну, по уровню контента. То есть редактор сам понимает, где он уместен и возможен, а где лучше его, например, не использовать. Например, в какой-нибудь истории с неклассными луками знаменитостей, понятно, что мы его не размещаем. А вторая история использования этого виджета, его вторая итерация, вот здесь мне надо запустить видео, помочь? Включите, пожалуйста. Эй, а что-то вот оно у меня не запускается автоматически, но вот волшебные ребята мне точно помогут это сделать. На кнопку play просто нажать, и все. Нет. В общем, друзья, поверьте мне на слово, такая же история, как реализована по кнопке «Купить», реализуется вот здесь при клике на материал «Подобрать похожий образ». То есть мы не просто можем обсудить
модные образы на осень 2018 с нашим колумнистом, у которого есть свое мнение, представление о том, что лучше использовать, а что лучше не использовать, или что сложно обыграть. И при клике на, собственно, этот образ у нас появляется, опять же, встроенный виджет с тем, где мы можем приобрести эти товары. Как я уже говорила, мы работали по модели CPA, ставили эксперименты, но у нас достаточно жесткие требования к себе и к нашей результативности. Если товарные подборки, специально собранные редактором, отрабатывают хорошо, то материалы, которые напрямую не ориентированы на продажу, ну, условно, 7 платьев из кинофильмов, они отрабатывают, ну, на наш взгляд, чуть хуже. Поэтому сейчас мы учимся повышать эффективность этой истории и в качестве основной рассматриваем модель CPM-монетизации. Это тоже очень классная вещь, потому что мы предлагаем нашим рекламодателям очень персонифицированный и точечный продукт. То есть эту рекламу видят пользователи, которые, во-первых, вовлеклись в материал, его прочитали, во-вторых, эта реклама тоже посредством искусственного интеллекта, она подбирается по контексту. Поэтому действительно получается очень здорово. Какой профит от этой истории? Ну, мне же надо ответить на вопрос, заявленный в начале публикации, в начале выступления. На самом деле мы ощущаем, что мы в начале очень большого пути по поиску дополнительных источников монетизации каких-то. Мы понимаем, что делать это нужно, потому что тот, кто никуда не движется вперед, тот автоматически, оставаясь на месте, проигрывает, отстает и так далее. Это совершенно не наш путь. Для нас эта работа стала большой лабораторией, в которой мы извлекаем огромное количество данных, которых раньше у нас не было. Ну, например, мы видим реальные пользовательские предпочтения. Раньше мы могли судить о том, что нравится, что не нравится нашей аудитории, по охвату материалов, по глубине дочитывания. Теперь мы видим, на что реально наша аудитория кликает. Более того, мы знаем покупательскую способность своей аудитории. Мы понимаем, какие деньги, на какие вещи она готова тратить, эта аудитория. И, безусловно, эти данные участвуют в построении других наших продуктов, ну, например, наших рекламных кампаний. Эти данные по пользовательскому поведению мы используем в принципе при построении сайта. То есть, как я говорила, две версии Космошопа — это не случайная история. Это то, что мы нашли на основе данных. Мы поняли, что классным инструментом продвижения являются наши товарные подборки. Соответственно, в первом экране у нас появились ссылки на эти товарные подборки, которые хорошо продают. Мы поняли, что нашей аудитории важно видеть не только карточки магазинов, но и конкретные товары. Поэтому на новом лендинге появляются и карточки конкретных товаров. Безусловно, эти эксперименты ведут к появлению новых продуктов. Вообще, наша абсолютная цель — научиться формировать потребность у аудитории и тут же удовлетворять эту потребность. То есть если раньше медиа формировали потребность, а удовлетворяли ее непосредственно там, другие площадки, то сейчас мы хотели бы взять на себя эту роль. Эта задача, безусловно, амбициозная, но мы амбициозных задач не боимся, и мы понимаем, что это путь, которым нужно следовать. И еще одна выгода, профит, о котором нельзя не говорить, это новые деньги. Ну, во-первых, это прямые деньги от пользователей. А во-вторых, это деньги от рекламодателей. Потому что ну, рекламодатели, как вы все знаете, люди очень чуткие и ориентирующиеся на то, что пользуется популярностью аудитории. У нас есть много запросов по интеграции в эти сервисы. Вот то, о чем я говорила про сарафан и встраиваемый рекламный блок в рекомендательный виджет — это прямое тому подтверждение. То есть этот продукт, который пользуется спросом, который очень популярен и помогает осуществить максимальное вовлечение пользователя в рекламные продукты. Последний слайд «Знание, свет, путь» укажет нам только путем постоянных экспериментов, путем постоянного анализа своего поведения, путем создания культуры работы с данными мы можем построить некое новое светлое будущее для медиа. Ну, сначала, конечно, для independent медиа, а потом для медиа в принципе. На этом я, наверное, закончу. Класс, спасибо. Ксения, спасибо большое.
Света. Друзья, если классные кейсы, на самом деле у меня много вопросов. Кто-то уже экспериментировал тоже с кэшбэком или с подобными сервисами? Есть у нас в зале такие? Никто не добавит? Окей, тогда давайте вопросы. Есть вопросы? Вы были первыми. Кто назовет? Я? У кого вопросы? Большое спасибо, это очень интересно. Космополитен — международный бренд. Вы изобретаете велосипед или, условно говоря, в Лондоне и в Нью-Йорке это тоже делают? А если делают, то у меня вот такой вопрос. Сколько процентов в прибыли уже вот эта форма занимает от рекламы в журнале? Конечно, мы не изобретаем эксперимент. Конечно, такие продукты есть. Например, у, в общем, глобального издательского дома есть сайт Best Products. Это отдельный продукт в линейке сайтов. Есть Cosmopolitan, Harper's Bazaar, а вот есть Best Products. Это сервис, который состоит только из рекламных, из товарных подборок. Потому что, ну, мы понимаем, что у журналистов есть определенный авторитет в глазах пользователей, а у пользователей есть запрос на рекомендации товаров. И вот эта история, которая целиком построена на рекомендациях. Безусловно, эти сервисы интегрируются в продукты, но я честно скажу, что каких-то открытых, общеизвестных цифр по доле в выручке, их на данный момент нет. Ну, в смысле, они где-то проскальзывают, но поскольку я не могу назвать цифру на там, сентябрь 2018 года, я скажу, что нет. Окей, спасибо. Есть еще вопросы? Окей, тогда я задам один, у нас есть буквально минута. Ксения, а вот если не секрет, какой процент в доходе занимают вот эти вот вещи? Ну, секрет. По сайту? Секрет, да. Но, безусловно, это все-таки экспериментальный продукт, когда... Ну, заметный или нет? Ну, заметный. Заметный. Ну, в смысле как? Нет, подождите. На фоне наших огромных объемов медийной рекламы, наверное, нет. Но на фоне экспериментального проекта с определенными KPI, которые мы себе ставили, заметны. Ну, то есть вот наши результаты лучше, чем мы предполагали. Значит, у вас еще пока много медийной рекламы. Спасибо, Ксения, большое. Друзья, поаплодируем.